получается, что расстояние между от 1 до x, да, и расстояние от x до 5. Да. В сумме должно быть 3. 3, да. А вопрос, бывает ли такая точка? Нет. Почему? Потому что, ну, получается, если она меньше, она... Нет, даже точки не надо рассматривать. Если от какой-то точки до единицы, мы измеряем расстояние, и от той же самой точки до 5, то мы от некоторой точки измерили расстояние до единицы до 5. В сумме должно быть не меньше, чем 4. Чем 4. Как это называется, кстати? Для любых трех точек А, Б, С сумма расстояний от А до Б и от Б до С больше или равна, чем расстояние от А до С. Как это? Это, вы понимаете, специальное название. От А до Б плюс от Б до С больше или равно, чем от А до С. Неравенство треугольника. Неравенство треугольника, совершенно верно. Это, кстати, верно не только когда точки на одной прямой, а когда они на плоскости или в пространстве, совершенно не важно. Три точки. Понятно?